Сейчас мы дошли до той части концерта, где будут исполняться хиты джаза. Но не просто хиты джаза, а хиты современного джаза, которые звучат не в традиционном ритме свинг, а в ритмах современного джаза. Это ритмы хип-хоп, фанк, диско. Вот именно в этих современных джазовых ритмах и прозвучит остальная часть нашего концерта. Я приглашаю сюда на сцену нашего гостя, который приехал сюда из Америки. Это мой друг, прекрасный саксофонист, альтсаксофонист Борис Курганов. Мы начнем, продолжим, вернее, наш концерт мелодии Стива Вандера, его прекрасной мелодии, которую он написал для своего двойного альбома в 1976 году, когда у него родилась дочь. Эту мелодию он назвал «Разве она не прекрасна?» «Isn't she lovely?»